относительно многоударных комбинаций. Мы говорили, помните о том, что четырехударные кресты, что с правой руки начало, что с левой руки начало. Вот есть такие еще пятиударные комбинации, описанные Денисовым. С завершением левым снизу по туловищу и с правым прямым коротким голову. Вот можно и как бы присовокупить к этим сериям. Вот первая комбинация пятиударная, опять же, последовательно. Сбоку, снизу, снизу, сбоку, снизу, акцент на туловище. Бьем по печени. То есть раз, два, три, четыре, пять. Это что касается левой руки. И вот правой руки, правой прямой завершается. Начало с правой руки. То есть сбоку, помните, да, как это вторая, третья креста в разной связке, по-моему. Это сбоку, снизу, снизу, сбоку. Вот мы добавляем правый прямой короткий. Еще раз хочу сказать. Короткие прямые бьются с обязательно на локоть сдирать. Нельзя ударить вот так. Не разогнуть локоть, ничего не получится. Поэтому вставляйте обязательно локоть. То есть начало какое? Сбоку. Снизу, снизу, сбоку, и я готов для того, чтобы атаковать правым прямым коротким. Да. Еще раз, справа. Локоть должен быть, как говорится, локоть в пол, локоть в стену. Спасибо.